Я уже неоднократно упоминал в своих видео, что одним из самых удобных инструментов на кухне является термометр, кухонный термометр. Нет, безусловно, на первом месте шеф-нож, но на втором, без всякого сомнения, термометр. Но посудите сами. Если вы хотите запечь большой кусок мяса, а духовка вам не знакома, или вы редко ею пользуетесь, то для того, чтобы не пересушить, нужно знать, какой температуры достиг этот кусок внутри. По времени это не точно. Термометр спасает. Допустим, вы купили совершенно замечательный, огромный, дорогущий стейк, толстенный, и хотите его поджарить. Опять же, хотите получить температуру прожарки, допустим, medium rare или well done. Как не пересушить? Опять нужен термометр. Или, как я, увлеклись приготовлением колбас или мясных рулетов. Там вообще беда. Нужно довести до готовности этой температуры 70 градусов за достаточно длительный промежуток времени. На 1, 2, 3 градуса выше нужной температуры подняли, все, вы высушили продукт. Опять нужен термометр. То есть штука незаменимая. И я вам постоянно его рекламировал. И подумал, раз уж в магазине под боком продаются термометры, и я таким термометром пользуюсь уже месяц и безумно доволен, давайте проведу конкурс. Этот термометр хорош по многим параметрам. Показываю. Ну, во-первых, щуп на тросике, что очень удобно. У меня есть второй термометр, но вы видели, да? Это просто щуп. Им можно померить, когда уже что-то готово. А этот агрегат хорош тем, что можно воткнуть этот самый щуп в кусок мяса, тросик вывести наружу из духовки или из гриля. И не лазить постоянно, не хлопать дверцей. Очень удобная штука. Второй момент. По радиоканалу передается сигнал с показателями температуры. Для меня это вообще спасение. Я не могу торчать на кухне целыми днями, когда что-то готовлю, запекаю или еще что-то. А этот самый агрегат, передающий информацию по радиоканалу, висит у меня на поясе. Я сижу в своем мини-кабинетике, занимаясь монтажом или редактированием очередного видео. И в нужный момент он пищит, показывает мне температуру. Ну и в качестве бонуса замечательная упаковка. Специальная, противострессовая. Можно будет пощелкать. Итак, условия конкурса очень простые. Приз разыгрывается среди подписчиков канала. Поэтому, во-первых, вы должны быть подписчиком канала. Второе условие. Вы должны быть подписчиком группы кулинарной пропаганды ВКонтакте или в Инстаграме. Третье условие. Вы должны будете сделать репост этого видео с условиями конкурса и еще какого-нибудь рецепта кулинарной пропаганды ВКонтакте. Ну или в Google+. Как вам будет удобно. И четвертое, самое простое. Вы должны будете оставить комментарий под этим видео. Я именно среди этих комментариев буду выбирать победителей. И в этом комментарии указать предпочтительный способ связи с вами. Ну, например, со мной можно связаться через личное сообщение ВКонтакте. Или со мной можно связаться через Инстаграм. Естественно, нужно будет указать свой никнейм в Инстаграме. Или со мной можно связаться через личное сообщение в Ютубе. В общем, выбирайте удобный способ связи. Итого всего 4 пункта. Удачи в участии в конкурсе. Условия конкурса я вам озвучил. А победителя я сообщу 10 сентября в специальном выпуске видео. Спасибо и удачи вам! Конечно, если бы у меня была возможность, я бы каждому подписчику своего канала вручил бы такой агрегат. Потому что мне, например, готовить очень нравится. А некоторые рецепты, ну такие как колбаса или, допустим, варено-копченая шейка или варено-копченый бекон, это просто фантастика. И мне так хочется поделиться с вами вот этой радостью творчества, чтобы вы попробовали, чтобы вы ощутили этот восторг, когда достаешь только что приготовленное блюдо, отрезаешь кусочек, пробуешь и понимаешь, что лучшего в своей жизни вообще никогда не пробовал. Это просто сказка. И я прекрасно понимаю, что для очень многих рецептов требуются вот такие вот специальные вещи, такое специальное оборудование. Но, к сожалению, у меня нет возможности одарить каждого из вас таким прибором. И поэтому я хочу популяризировать вот эти рецепты, эти методики приготовления хотя бы через конкурс. Быть может, кому-то повезет,
Ну а кто-то, глядя на этого везунчика, решит и закажет себе, найдет в конце концов что-то подходящее себе и тоже будет готовить. Спасибо. Удачи вам в конкурсе. Спасибо вам за компанию. Всем пока.